преддверии Великого праздника Дня Победы в городской детской библиотеке собрались юные чтецы дошкольных образовательных учреждений. Их было так много, что порой не хватало места для слушателей и гостей. Конкурс чтецов был посвящен подвигу советского солдата, торжеству победы над фашистской Германией. Как и в любом конкурсе, было строгое жюри, волнение юных участников и их наставников. Донести до слушателя порой трогательные строки автора стиха трудно ребенку. Но как он старался рассказать о том, что знает со слов старших, о войне и героическом прошлом советского народа. Почему, дедуля, прячешь ты глаза? Кто тебя обидел? Можешь что сказать? За тебя буду драться, воевать. Внучек ты мой милый. Нет, не плачу я. Просто вспоминаю о былых боях. Когда был я молод, родину любил. И врагов проклятых под Москвой любил. Там друзей военных много полегло. Вспоминать об этом сердцу тяжело. Так живи, мой внучек, и войны не знай. С каждым днем победы пусть приходит май. Улыбайся солнцу, весело играй. Все, что было с нами, ты не забывай. Порой задумываешься, а надо ли, чтобы наши дети играли в войну, смотрели кадры хроники военных лет, слушали рассказы ветеранов о смертоносных годах своей жизни? Ответ однозначный. Надо знать свою историю, подвиги своего народа, чтобы не повторить ошибок прошлого, строить будущее светлым и с чистыми помыслами. Война – это слишком большая беда. Пришла в наши земли фашистская рать, задумав свободу у нас отобрать. Эфир разоряли, бомбили дома. Война – это горы, страдания и тьма. Сегодня маленький народ Сухолужья чествует победителей прошлой войны и заслуженно получает слова благодарности и грамоты за активное участие в конкурсе чтецов.